Ветряная Темрева. Сегодня мы будем делать вот такие цветочки. Вкусно пахнут. Начнем. Чтобы сделать цветочек, нам понадобится линейка, карандаш, ножницы, палочка, клей и цветная бумага. Зеленая бумага для стебелька, а для цветочка влажная бумага. Я возьму оранжевый цвет сегодня. Для стебелька нам нужна зеленая полосочка, 5 сантиметров. Цветка берем бумагу с двух сторон одинаковых цветов. Отмечаем полоску 7 сантиметров. Вот. Складываем пополам. Режем узенькие полосочки, но не до конца. Берем клей и намазываем один край. Приклеиваем края. Берем палочку и зеленую полосочку. Намазываем полосочку клеем. Берем палочку, кладем на этот угол и заматываем бумагой. Получилась вот такая зеленая палочка. Берем полосочку цветка и намазываем клеем. Наматываем цветок на палочку зеленую. Кладем палочку на уголок и заматываем. На
раздурил, получился пушистый цветок. Вырезаем два лепесточка, намазываем клеем и приклеиваем вот сюда к цветочку. Получился вот такой цветочек. До новых встреч!